Экспозиция музея знаменитых выпускников Тверской гимназии номер 6 пополнилась информацией о советском и российском химике, профессоре, докторе химических наук, лауреате Госпремии СССР в области науки и техники Юрии Дмитриевиче Цветкове. Шестую гимназию он закончил много лет назад, и вот сейчас вдова ученого передала в дар школьному музею биографическую книгу. Гимназия номер 6 – старейшее образовательное учреждение города Твери. Здесь учились Борис Полевой, Андрей Дементьев, Владимир Зельдин и ряд других известных людей, в их числе академик РАН, ученый с мировым именем, крупный специалист в области химической физики Юрий Цветков. Им разработан и впервые использован в практике физико-химических исследований метод электронного спинового эха, открывший новые возможности в химии и физике свободных радикалов. До сих пор сейчас много направлений именно вот физико-химической науки, которые продолжают ученые и в сибирском отделении, и в других городах, и, в общем-то, и странах нашего мира. Юрий Дмитриевич ушел из жизни 5 лет назад. Его супруга собрала все архивы, научные труды и воспоминания учеников и коллег. В итоге получилась книга, значимую часть которой занимает жизнь Юрия Цветкова в Твери. Когда мы с ним были в Твери, я поняла, что вот это его родина. Вот мы ходили по улицам, сидели в каких-то кафешках. И я все время чувствовала, что он наслаждается тем, что он дышит воздухом Твери. Биографические воспоминания и портрет выдающегося химика дополнят экспозицию знаменитых выпускников гимназии номер 6. Также в галерее появится и портрет школьного товарища Юрия Цветкова, доктора технических наук. Доктора технических наук, дважды лауреата Государственной премии СССР Александра Иосифовича Фунтикова.